начальник отдела кадров, значит, она круглосуточно, по сути, находится на сайтах HeadHunter в том числе и на сайте внутрибольничном, где мы постоянно делаем заявки, отслеживаем сайты общероссийские, Свердловской области, и таким образом в режиме онлайн мы находим себе врачей. Вот по коронарангиографии, по новому отделению эндоваскулярных технологий, мы нашли заведующего в Пензе. Я с ним созвонился, его устроили мои условия, значит, меня устроили его условия, и, соответственно, он к нам приехал и уже работает. Потом ему помощника старшего ординатора нашли в Челябинске, учим несколько своих человек, приехал к нам доктор Стагила, и таким образом мы обеспечили круглосуточную кардиохирургическую помощь в нашем населенном пункте. То есть с меня два условия, это интересная работа и зарплата, с головы, который тесно со мной работает, и я с ним также, это жилье.